И снова привет, дорогие друзья. Сейчас мы, смотрите, рассмотрим у мальчика, да, 4-5 лет. Сколько лет точно? 5 лет и 4 месяца. 5 лет и 4 месяца, да, вот вальгус. И плоскостопие уже 30 степени. Нога даже подворачивается вовнутрь. Вот так, представляете? Это, соответственно, разворот влияет на разворот берцовой кости, да, тоже получается вовнутрь. И разворот бедренной кости, бедренного сустава, да. Что чревато в будущем большими проблемами. Могут быть в этих суставах артрит, артрозы. А сейчас уже начало сколиотической спины, уже повернут таз выше. Видите, уже искажение. Поэтому вот все начинается со стоп. Мы ее разминаем, да, стимулируем эти мышцы. Щекотно, она может потерпеть. Стимулируем эти мышцы, которые должны быть покороче, чтобы свод стопы был такой вот дугой, да? Именно поэтому называется свод. Продольное плоскостопие. Иногда это бывает чуть-чуть болезненно. Вытерпелся, вы хорошо. Очень больно. Подожди, не так больно, как кажется. Ай-яй. И наша задача... Все. Если ты напряжешься, будет больно. Сейчас мы расслабимся. Вот, ножка расслаблена. Все. Вот так мы потихонечку вправляем косточки. Ну, и ребенок, естественно, есть ребенок, он терпит настолько, насколько может. Прошу, не надо. Ну, так. И чтобы она сгибалась, да, нам важно еще мышцы подготовить икроножные, эти внутренние, да? Внутренние обязательно обрабатываем. Все. Да, это все уже массаж, уже не больно. Теплый согревающий массаж. Больше не надо. И вот с этой стороны. Больше не надо так делать. До новых встреч, дорогие друзья.